Если говорить своими словами, то медиация от латинского посредничества примирения или середина поиска компромисса в широком смысле можно понимать как достижение некоего компромисса, удобного для обеих сторон решения. Исторически данное явление и сама процедура зародилась очень давно. Если в первобытном обществе превалировал принцип справедливости, или его называли талиона, то есть око за око, зуб за зуб, и при возникновении некоторых конфликтов спорящие стороны они могли либо выгнать того или иного лица из своей общины, либо могли взять какую-то часть имущества, то с развитием общественных отношений стало формироваться понимание того, что конфликты лучше всего решать, если мы садимся и договариваемся, пытаемся нивелировать те негативные эффекты, которые есть, и выработать такое удобное и комфортное для всех общее компромиссное решение. В качестве примера можно привести средние века, когда в купеческих рядах на различных ярмарках были такие рядные подрядчие, которые при возникновении конфликтов могли стороны мирить, урегулировать некие или иные разногласия и вырабатывать такими красивыми терминами «мирная сделка», «мировое соглашение», «полюбовная сказка». Именно с этого периода зародилось понятие «все дело в шляпе». При возникновении спора бралась некая такая шляпа такого независимого субъекта, который и был вот этим посредником. Туда опускались некоторые предметы, кусочки воска, и та сторона, которая вытягивала нужную себе фигурку и выигрывала в споре. На основании этого соглашения оно утверждалось и исполнялось. Таким образом, вот некий жребий стал прообразом того, что те или иные конфликты можно достигнуть, нивелировать и урегулировать. В советский период медиация представляла собой различные партсобрания, такие политические ячейки, собрания коллектива и профсоюзов, где, несмотря на некую превалирование идеологии, все-таки это являлось неким сдерживающим фактором и позволяло трудовые, коллективные, семейные конфликты нивелировать. В современный период, а именно с 2010 года, когда это явление получило нормативное закрепление, мы увидели, что медиация представляет собой процедуру, которая применима к определенным категориям споров. Мы в своих кругах очень часто говорим, что это КПСС, называя четырьмя буквами. То есть это коллективные споры, это споры с партнерами или коммерческие, это семейные споры и споры с соседями. Как раз вот эти категории являются наиболее распространенными. Почему? Потому что как раз между соседями, членами семьи, наследниками, в рамках трудового коллектива в основе конфликта лежит именно какой-то социальный негативный эффект или психологический дискомфорт. И когда медиатор подсоединяется для работы с клиентами, получается в зоне стресса нивелировать конфликт и выработать какой-то хороший, удобный и приемлемый для обеих сторон вариант решения проблемы, который ими исполняется на добровольных началах и позволяет сохранить хорошие семейные, трудовые, партнерские и личные взаимоотношения. Приведем пример. В практике медиаторов был такой случай, когда работница попросила увеличения заработной платы по мотиву, что ей нужно больше денежных средств. Но руководитель, оценив, что это в перспективе повлечет повышение доходов и необходимость повышения зарплаты, им отказал. Это усугубило конфликт. Дама хотела уволиться, даже обратиться в суд. Но когда подсоединился медиатор, выяснилось, что повышение ей необходимо для лечения сына, необходима была операция. И когда работодатель согласился оплатить операцию, лечение, реабилитацию, соответственно, данная дама согласилась остаться в тех же доходных условиях, которые была. И удалось сохранить и работника, и хорошие трудовые взаимоотношения, и партнерское взаимодействие. Для того, чтобы обратиться к процедуре медиации, есть несколько этапов. И первый этап, с которого мы начинаем, это само осознание и намерение приступить к данной процедуре. Когда у одной из сторон созрело желание нивелировать конфликт без государственных органов и суда,
то мы начинаем поиск медиаторов. Как можно найти медиатора, который бы вас устраивал? Либо обратиться в известный центр медиации, либо вот вы можете в наш университет, где у нас функционирует центр правовой помощи, либо в иные медиативные центры. Выбрать из перечня медиаторов того субъекта, который по вашим характеристикам вам подходит, и свое намерение оформить в заявлении. После этого медиатор подключается к вашему конфликту, предлагает второй стороне выйти на соответствующую смесь и уже работает с вами и либо индивидуально, либо совместно в группе, отрабатывая процедуру медиации. После того, как тот или иной конфликт будет нивелирован, будут выработаны определенные решения, то это фиксируется в медиативном соглашении, которое утверждается обеими сторонами, подписывается и подлежит исполнению. Если вы хотите придать принудительную силу данному соглашению, вы можете его в нотариальном порядке удостоверить, и таким образом такое соглашение станет обязательным. При достижении соответствующего соглашения вы придаете ему силу обязательного документа к исполнению. Второй вопрос. Какие мы видим преимущества медиации? Обратите внимание, что при медиации действуют принципы добровольности, конфиденциальности, принципы свободной выбора медиатора, его независимости и беспристрастности. При обращении в государственные органы и в суды то действуют жесткие режимные правила. Обычно присутствует принцип открытости, прозрачности судопроизводства. Медиация проводится в комфортных, в свободных условиях. Вы можете выбрать для себя любое удобное время, разделить на части. В отличие от судебной процедуры, где жесткие требования по дню судебного заседания, по присутствию тех или иных лиц, публичность данного процесса и некая возможная огласка. По процедуре медиации среди плюсов можно отметить то, что вы можете ее разделить на части, не обязательно проводить ее в один какой-то конкретный день. Есть разные виды. Например, используется челночная или шаттл-медиация, которая позволяет медиатору работать индивидуально со сторонами, без контакта с обеими одновременно, и таким образом предлагать те или иные решения. В суде такой возможности, конечно же, нет. Есть также классическая модель медиации, ее еще называют win-win или гарвардская модель, когда медиатор работает от и до завершения итогового получения медиативного соглашения. Если мы будем вести речь о фигуре медиатора, кто же это такой, то требования определены следующие. В досудебной медиации может быть любой дееспособный гражданин 18 лет, который не является судимым и не состоит на государственной гражданской службе. Профессиональная медиация, та, которая реализуется уже в рамках судебной процедуры, когда ваш спор передан в суд, то там действуют более жесткие правила: 25-летний возраст, высшее образование, наличие профессионального образования медиатора. Еще хочется обратить внимание на то, какие конфликты, с какими конфликтами мы сталкиваемся, и по оплате услуг медиатора. В законодательстве установлена возможность как бесплатной процедуры проведения медиации, которую практикует и наш центр, расположенный в Алтайском госуниверситете в юридическом институте, так и на платной основе. По общему правилу расходы делятся пополам, 50 на 50, но стороны могут договориться о любом другом варианте распределения судебных расходов. Средняя стоимость составляет где-то около 5-10 тысяч рублей за данную процедуру. В опыте Алтайского края имеют место такие случаи, когда процедура медиации оказывалась на безвозмездной основе, учитывая те грантовые возможности и помощь государства, которую оказывает. 2024 год, вы знаете, объявлен президентом годом семьи, соответственно, максимально возможные средства направляются на то, чтобы ее поддержать и сохранить. При ЗАГСах создаются комнаты примирения, в которых те лица, которые приняли решение расторгнуть брак, могут пообщаться с медиатором и, возможно, отложить расторжение брака, либо вообще его избежать, сохранив тем самым семью. Подобные комнаты примирения
создавались и проводился эксперимент при судах, когда лица обращались, соответственно, пытались выйти на судебное разбирательство, но поработав с медиатором и обратившись к нему, конфликт нивелировался, удавалось выработать какое-то компромиссное решение, которое устраивало обе стороны. Еще хочется обратить внимание на то, что медиация как процедура имеет разные варианты. Не обязательно это вот какое-то жесткие регламентированные правила, которым мы должны придерживаться. Потому что как таковая технология медиации включает очень большие психологические приемы, к которым приходится прибегать при разрешении тех или иных споров и конфликтов. Например, у нас в практике был такой случай, когда при проведении общение со сторонами, медиатор, чтобы вот эту негативную окраску снять, выходил из аудитории или из кабинета, когда ему кто-то звонил или срочно приходил, и тем самым, ну вот, отвлекая вот это вот присутствие третьего лица, и стороны выливали максимально возможное количество вот этой негативной энергии друг на друга, потом успокаивались и при возвращении медиатора были готовы для того, чтобы выработать какие-то решения по их спору. Также применяются такие неординарные способы или приемы, например, когда медиатор рядом с тобой ставит какой-то кувшинчик с цветами или стаканчик с водой, и в тот момент, когда общение достигает максимального накала, он просто опрокидывает эту вазочку или стакан на пол, и это фокусирует всю негативную энергию на данный предмет, и стресс у обеих сторон немножечко снижается, и можно садиться за стол переговоров. И самые крайние меры, которые тоже коллеги-медиаторы поделились, это когда при разрешении уже таких коммерческих или экономических конфликтов даже приходилось разбивать мобильный телефон, чтобы стороны сфокусировать на то, что нужно выработать те или иные обоюдно выгодные решения. Поэтому, когда мы начинаем смотреть на медиацию и где она возможна и допустима, конечно же, мы советуем, что это могут быть семейные споры, споры между родителями, между супругами, бывшими или настоящими, наследственные споры. Очень актуальна сейчас школьная медиация, то есть различные такие кабинеты примирения, создающиеся в рамках школ, колледжей, среднеспециальных учебных заведений, и набирает обороты такая коммерческая онлайн-медиация, когда ввиду отсутствия какого-то большого объема времени коммерческие структуры онлайн обмениваются своими претензиями, доводами и пытаются сформировать те или иные приемлемые для них решения. И при медиации мы видим с вами то, что сохраняются хорошие партнерские отношения, личные и семейные контакты. При работе с конфликтом мы видим, что в основе нежелания супруга бывшего или отца уплачивать алименты лежит негатив, как правило, к матери, его удается погасить. При работе с сторонами в рамках трудового конфликта негатив связан с какими-то персоналиями, и это тоже можно решить. И когда мы даже вот пытаемся продемонстрировать столкновение, мы всегда с вами, да, вот как некие боксерские перчатки сталкиваем друг друга, то вот как раз медиация, она позволяет выработать такой вот замочек или какое-то дружеское рукопожатие и в будущем сохранить все то позитивное, что было в паре, в союзе или в том или ином конфликте.